Написание картин через пятна – это довольно крутой подход, но с помощью него довольно сложно написать картину, если у вас сложная детальная композиция и большой размер картины. В таком случае переносим рисунок на холст, фиксируем его как-нибудь. Я, например, использую маркер, который просвечивается через первый слой краски. Также можно использовать лак-фиксатив, чтобы карандаш не смазался. Или обвести акрилом, который тоже будет виден через первый жидкий слой масляной краски. Но уже по этому рисунку вы смело можете писать через пятна и не бояться потерять рисунок. Этот подход очень сильно упрощает работу. Как вы видите, сюжет у меня очень необычный сегодня. Это заказная работа, и мне было очень интересно попробовать ее. Написать довольно-таки легко, без какой-то супер детальной проработки, но в то же время, чтобы были объемы, тональные отношения и живописность. Интересно просматривать процесс написания своей же работы, потому что можно сделать выводы, что в некоторых моментах, например, можно было оставить как было, без проработок, чтобы создать некий баланс абстрактных пятен и детальной проработки. Ну а как вам такая идея, и что вы видите на этой картине?